Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Привет, друзья! Скончался Владимир Носачев. О смерти выдающегося актера столичного театра сатиры стало известно накануне вечером. О печальном событии рассказал худрук театра, известный советский и российский актер Александр Ширвиндт. Информация размещена на сайте учреждения. О причинах смерти заслуженного артиста России пока не сообщается. С прискорбием сообщаем о кончине замечательного актера театра сатиры Владимира Носачева. Актером создано на сцене огромное количество самых разноплановых характеров. Владимиру блестяще удавались как образы лирических героев, так и характерные и чисто комические персонажи. На протяжении многих лет он был занят в большинстве спектаклей репертуара театра. Профессионал высочайшего класса, человек всей душой преданной профессии, останется в памяти коллег и как талантливый педагог, воспитывающий целую плеяду солистов, которые сегодня успешно работают в столичном театре сатиры и на сценах многих городов нашей страны. Без преувеличения можно сказать, что мы понесли невосполнимую утрату. Коллектив театра выражает искренние соболезнования родным и близким актера, добавили коллеги актера. Будущий известный актер появился на свет в апреле 1940 года. Владимир Носачев отучился в Щукинском училище. Свой путь к славе актер начал в 66-м. С этого времени он исполнял различные роли в знаменитом столичном театре сатиры. В 99-м стал обладателем почетного звания «Заслуженный артист России». Носачев играл в таких пользующихся популярностью у зрителя постановках, как «Малыш и Карлсон», «Нам все еще смешно». Также актер исполнял роль Бартиста в спектакле «Укрощение строптивой». В постановке «Свободу за любовь» Носачев играл Сенекс. Зрители запомнили его по ролям в постановках «Укрощение строптивой», «Homo erectus» и другие. Работы актера в кино отмечены в таких фильмах, как «Возвращение Мухтара-1», «Волшебник изумрудного города», «Дополненное время» и другие. Поклонники и почитатели актера пишут теплые слова в адрес покойного и выражают соболезнования его семье. Обаятельнейший человек, сильный игрок. Он был одним из лучших капитанов. Уходят легенды, невосполнимая потеря. Светлая память замечательному человеку. Боже, какое горе. Его улыбка всегда в моей памяти. Добрейшей души человек. Вечная память. Какой ужас. Не верится. Нет, нет, нет. Большое горе. Большая утрата. Я буду очень скучать по нему, как по другу. Я прямо сейчас плачу от души. Это так больно. Прекрасный человек. Жалко терять таких легендарных звезд. Спи спокойно, друг. Хороший был человек, только теплые воспоминания о нем. Я никогда не забуду тебя. Светлая память. Царствие небесного. Уверен, этот человек жизнь прожил не зря. Профессионал с большой буквы. Жаль, что уходят талантливые люди, пишут пользователи сети.